Продолжаем выпуск. Благотворительный фестиваль «Забег ради жизни» в поддержку онкобольных детей под эгидой главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова состоялся. О значимости марафона и какой путь предстояло преодолеть участникам, узнавала Альбина Ламкова. В благотворительном фестивале в поддержку онкобольных детей «Забег ради жизни» приняли участие как жители республики, так и представители соседних регионов. Марафон стал традиционным, проводится с 2016 года. К нему ежегодно присоединяется все больше людей. Для участия в благотворительном марафоне каждый желающий мог купить специальный билет добра за 150 рублей. В итоге собранная сумма будет направлена в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Данный проект является самым масштабным на территории Северо-Кавказского федерального округа. Огромное количество людей отзывается, даже те, кто, у которых не получилось прийти сегодня сюда, изъявили свое желание, переводом переводили деньги для того, чтобы поучаствовать в собранной сумме. Марафон в поддержку онкобольных детей в Карачаево-Черкесии собрал около 400 участников, многие из которых в нем участвовали не впервые. Пенсионный фонд ежегодно, с самого начала, как проводится этот марафон благотворительный, участвует в этом мероприятии, поскольку мы считаем своим долгом, своей обязанностью помочь детям, которые особо нуждаются в этой помощи, детям с онкологическими заболеваниями. Общественный совет при Министерстве внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике активно принимает участие во всех начинаниях, которые проводятся нашей республикой. Особенно к столетию КЧР мы очень рады, что принимаем в таком благом деле участие, потому что все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Забег состоялся в центре Черкесска. Перед стартом прошла разминка. Церемония открытия спортивного благотворительного марафона «Бег ради жизни» завершилась, и участники готовы преодолеть заданную дистанцию, несмотря на надвигающийся дождь. Они пробегут по проспекту улицы Ленина, по пересечению улицы Первомайской до пересечения с улицей Умара Алиева. Участники благотворительного фестиваля «Забег ради жизни» преодолели дистанцию в 2 километра. Было трудно. А для Магомеда Капушева преодоление заданного пути не составило труда. Да нет, если быть физически подготовленным. Впервые участвуешь? Да, первый раз участвую. Еще раз будешь? Конечно. Отличное настроение. Результат участия в марафоне всех его участников. Совершившие впервые забег ради жизни планируют в следующем году вновь преодолеть путь. А в этот раз основная цель достигнута. Помощь детям будет оказана. Надо худеть. Вот это я понял однозначно. Я надеюсь, даст Бог, и следующий год марафон будет. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.